Ну и что? Созвучил? Нет. Кому? Ну, что, значит, нет, а ты кого записывал? Айше. Вот Айше, иди и рассказывай. После короткой подачи я тоже туда. Потом. После легкого удара. Потом. Tactical exercise. Run straight to the net, from net must run to the cross. А при срезке он делает также прыжок, ну, чтобы показать. Ну, прыжки как-то отличаются? Нет, а замах он начинает медленно делать, и он отсюда делает как при смеше, а отсюда более маленькая амплитуда замаха на срезку. Сказал.
получается, после того, как подошел Ася, он мне сказал, что Максут на срезку делает более глубокий замах. Когда он делает полусмеш, он не разворачивает корпус. Ну и все. Угу. После того, как... После этого ты, то есть, ты стал это, тебе это помогло? Нет, вначале я стал брать чуть больше, а потом, как будто бы Максут что-то разнял, когда это случилось. Угу. Мне это показалось. Хорошо, здесь. Угу. Нам сказала, когда она бежит вот так, ракет, кто будет с резкой. Если бежит на месте, то смеш. Не помогло? Почему? Сама ты ничего не подметила? Если она берет руку, то будет срезать. Если валан не тянет, то будет. Так, что ты хочешь добавить? У вас? Я понимаю. Если до задней линии долетает, то надо взять либо полусмеш, либо срезку. Все? То есть больше ничего не подметили? Ну, когда я на вершине, без смеша. Замах, ракетка, положение головы. Этот. Даже... Все одинаково. Одинаково? Ничего себе, Василисе надо мастера спорта заслуженного дать. Она так шикарно все прячет, что никто ее разобрать не может, да? А когда она начинает бить, она медленно делает срезки, а когда полусмеш и смеш, она... Так, у вас? Я. Что ты? А, ну давай. У него когда срезка, замах немножко не такой, как смеш. Как сказать? Слабый замах, короче, он здесь руку держит. Все? А когда смеш, у него прям нагинается. У вас? Он глазами показывает, куда будет бить. Если по диагонали, он смотрит сюда и срезает. И когда прыгает, если он прыгает и в прыжке не бьет, то значит он будет скидывать. Вся это и скинет. А если прыжок и замах? Это не видно, то есть тот, как он, если делает в прыжке, как ты определишь, будет он сейчас бить по смеш или делать срезку? Видно? Ну, да. Как? Ну, на валан смотрит. Все по глазам видно. А, то есть, когда смеш бьет, не смотрит или наоборот смотрит? Когда смеш бьет, он на валан смотрит. А когда срезку? В угол. Андрей, молодец. У вас? Давай. Громче, громче. Что не заводит локоть вниз при срезке. Покажи. Угу. А при смеше она на левую ногу назад заходит. Проваливает. Сильнее заваливается. Так? И ну, срезки я бывала чаще угадывала, а когда не знала, какой это баланс, то... Угу. Брат мне подсказал, что я хочу угадывать и все больше ничего сказать. От себя сделал то, что Никита, когда бьет силовой смеш, у него меняется выражение лица. Ну тоже правильно, почему нет? Допустим, Линдан, когда выходит, он вот так вот делает. Да? На многих фотографиях пересмешивал Линдана вот так. Далее, что заметил, также при силовом смеше у него локоть повыше, чем обычно. А так он старался. Ну, насколько я Никиту заметил.